То есть ты такой вывод сделала, да? А? Да. Я вот сейчас вот все. А чем обрабатывать-то? Ну, я буду обрабатывать вертимыком. Дома полки, где полки, или там. Все, пшикать. Это надо, от все. Чего ж обрабатывать? Стеллажи мыть, вот от всяких вредителей. Вот, девочки, так что рассада, если у вас все вы высадили, обрабатывайте, да? Вот мы сейчас это, с папкой тоже решили отсюда все уберем. Шлангами все промоем. Вот. И будем обрабатывать все стеллажи, будем все обрабатывать. Ну, дома они могут обработать и фитоверму, потому что. Подожди, дай их поставить. Все-таки это био, да? Ой, какой прикольный, мама, чай оранжевый. Вот. Дома как бы не живут, но так совсем все равно химозинки, да? Вот. Но. А кто бы мог подумать, да, вот хорошая какая идея, что правда, а кто, многие, наверное, и не знали, да, что надо обрабатывать. Обычно как ящики с рассадой убираешь и все. Вот, а многие еще, а знаешь, эти вредители и живут по осени, этом. Знаешь, как любят многие тащить в дом петрушку посадить с огорода, а потом начинается белокрылка. Вот, Илюш, почему вот я сейчас, ну, потому что, да, мы занимаемся овощами, как бы, да, мне это нравится. И ты сам прекрасно видишь, что все цветы перекочевали к тебе на второй этаж. Потому что комнатные цветы и рассада. Какие у нас цветы? У нас сейчас не на терраске стоят, а на улице у нас стоят. А так я обычно по осени их, да, к себе на второй этаж беру. Да. Я говорю, на втором этаже, ой, на первом, где рассада, я все-таки. Не должны быть цветы и рассада. Вот реально не должны, не должны, не должны. Потому что потом вот это вот начинается. Болячки, вредители и все такое прочее. Это точно. Земля приехала, да? Ой. 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 Вить, ты помоги, а то я сейчас спина не, я как бы ничего даже не смогу поднять пока. Но ну, это тоже нормально, смотри. То есть что, считай, на огород ты не высаживала нифига? Нет, он в воде, мы постоянно его едим. Вот, девочки, лайфхак, ящик. Ну это ящик необычный, я вижу специальный ящик. Ящик необычный, вот с шипами. Шипами, лук вот так втыкиваем. Воткнули лук, водой и залили и все. И не надо огород загромождать, да? Нет. И можно на балконе, лука навтыкал. Можно. Кстати, на балконе. Мам, я хочу тебе сказать, что мошек, в принципе, почему-то нет. Нету. Почему? Не знаю, что. Может быть, так как, я думаю, вода на дне, что как бы, или что-то, не знаю. Мох нет, мошек. Лук круглый год. Ну, вот сейчас, да. Давай. Ага. Вот, Илюш, мы были когда в Сидеке, принимай. В Сидеке, ага. В агрофирме, этот руководитель этого агрофирмы Сидек, давай, насыпай. Любит острое, да? Любит перец острый. И говорит, по-моему, ВКонтакте там существует целая группа любителей острого перца. И острый перец по баллам, как-то острота, понимаешь? Да ты чего, то есть да. Там есть средний, ну как, ну, там, как по крепости какой-то, да? Да, по крепости. И дело в том, что он говорит, есть такой острый перец, что один там, в общем, кто-то у него знакомый, попробовал и сознание потерял. Уж с какой май. Да. Трэш. Вот, но он балдеет, да, тост. Ну есть, я тоже люблю он острое. Он очень любит. Мне даже, ага, мне даже тоже говорят, типа, как ты ешь это острое? И он сказал, что это все бред, это очень полезно, да, да, очень полезно. Да. Что там, говорит, там желудок? Нет, говорит. Это полезно. Очень полезно. Да. А пап, ты знаешь, что делает? Чуть-чуть. Надо тебе тоже. Да. Он берет перчик, бросает в суп. Я тоже так делаю. И толчет его. Да. Да. Ну, я обычно крошу засохший, если стручок. Нет, отопить. А он прям вот этот свежий. Да, в суп, толчет вот. Его. И сидит. Да? Ой, я люблю перчик, тоже люблю. Так что вот. Юлия Леонидовна сегодня помидор покупала. Нет, Илюш, ты знаешь что, я просто хочу сказать. Показывают, есть каналы, да? А она там ест свежие помидоры. Илюш, в ведре посадили, дома вырастили. Ну посади, ты большой, да, там в начале февраля вытащи его. Этот, и все, будет, конечно, будет этот. Но я считаю, что всему свое время. Да. Потом и у нас будут помидоры. Зато конечно, будут. Зато у нас огурцов море. Ой. Давай, еще нам два ложка. Надо мне рецепт изучить, все жареные огурцы. Ты мне так они подогнал. А что их? А что их просто жаришь на своей это и все? Да. Ольга жарила, Ольга сказала, очень вкусно. Да ты что, да? Да. Так что, девочки, ест буду жареные огурцы. Ну я не знаю, мне что-то это, мне не впечатлит. А ты попробовала, что ли? Она мне дала попробовать. Ничего, убился тогда. Девочки. Так что да.
А я, блин, кабачок вчера пожарил. И чё? И чё? Ну и ничего. Не как съел? Пожарил, я забыл про него. Так он у меня в сковороде... Прокис? Чё, не стух? Да нет, наверное. Его надо повторно пожарить. Сколько еще у меня и помидоры есть? Ну, сажать надо. Куда? У меня в огороде нет места. Ну, мне какая-то хрень была. Нет места? Ну, а что делать? Что делать? Ничего не делать. Ничего не делать. Я уже, знаешь, сколько их выбросил. Все, каждый год говорю, Юль, сажай меньше, Юль, сажай. Ну, а как ты прочитаешь? Мам, подстраховываться надо подстраховываться. Боишься, потому что мало ли мороз или что-то. Я тебе говорю, и вообще, их не вырастешь потом. Боишься, правильно. Вон это у нас как с яблонями, да? Угу. В этом году, наверное, вообще без яблок будем. Ну, так это... Трень-брень, понимаешь? Ну, не так, как в прошлом году вышел. Нет, и объешься, оборвись. И чё, кур кормили. Ну. А в этом году, я тебе хочу сказать, угу. Это хорошо, вот в прошлом году их было много, угу. Мы насушили, угу. Да, угу. Повидло наварили, угу. Все хорошо, угу. Вот есть. А в этом году нет, и слив нет. Во, даже слив нет. Нет, ничего во. Нет. Мне кажется, это что-то какие-то перемены в климате, зима какая-то была. Вот да? Зима от плохая. Ну, хотя кто-то говорит, ну, типа год високосный. Да это все ерунда, не, полный бред. Это не год високосный. Там, да, это, непонятно, давай, непонятно давай. Было. Это смена с климата. С климатом да, что-то связано. Было непонятное. Последнее, да? Ага, интересно, сколько у нас сегодня квас набежит этих. Вообще паразиты, вон они в горшках сидят, паразиты. Это вообще паразиты, ну. Слизни. Ну хоть не жирные, знаешь, такие бздючки. Но их надо истреблять. Ну тут-то, а они вредные-то какие. Угу. Ой, чё, рассадки, плевать не хочу. А что, так хочешь, я тебе полью? Да, ну не хочу. А чё? А, нет, а я сейчас включу этим насосом. Угу. Ну. Полью. Так что ясненько. На улицу на стол их выставь сейчас. Да, выставлю на стол. Куда на стол? Вот тут стол стоит. Mm-hmm. Сколько месяцев. Mm-hmm. Потому что я поливать буду. И... Да, мамик. И это что сказать? Так мы с тобой эту фиалку непонятную не посадили. Какую? Ну не фиалку, а вьюнок под стол. Вот. Что ужас. Будет? Это который это? Климатис? Да. Завтра надо прям. Мам, завтра. Кровь из носа. Жалко. Ладно? Он, во-первых, красивый, такой дорогой. Давай, давай, давай. Завтра прям я вот тебе напомню. Просто жалко. Прям завтра жалко, посадим. Жалко. Его можно и днем будет посадить, угу, и все. Угу. Нафиг, жалко. Ох, перчики, красавчики. Так, куда мы их будем ставить с тобой? Ну, где-нибудь расставим. Выставляю. Мне кажется, его нужно поставить на черный укрой вдоль терраски. Это где? Это где, где у нас затягивал? Фиалки? Ой. Где цветы? Туда а еще. Я как дедушка спина заклинял. Это где цветы? Угу. А или... среди гвозди... Как эти? Среди как называют? Ой, блин. Что это такое, думал, крыса? Вот. Помочь тебе? Не-не-не, этот, так, где что, мам? Где герань? Среди герани? Нет, где а? Розы у меня? Где слизни пожрали клумбу, да? Нет, где с папой-то вы сажали там все? Затягивали. Где крыльцо? Где бассейн? А, что, а ну да, туда вот можно туда. Расставить. Завтра тогда перетащу, да? Ну, помочь тебе? Да нет, это... Так, я сейчас полью. Ой, надо потом мне намазать чем-нибудь. Тебе надо не помазать, а эти токи. Знаешь, как хорошо. Или на ковре твоем полежать. Или на ковре. Меня, видишь, как заклинило, так меня... Вроде бы она не болит, ма. А посидишь буквой зю. А почему ты не хочешь ток-то? Ой, да ну жопу, какой-то ток. А это... Папа маме купил какой-то агрегат. А алмаг? Ну, у мамы агрегатов каких только нет. Алмаг, ну, не знаю, посмотрим. Можно... Начать с как, в какой там камень, на чем греться? Турмалин. На турмалине. Турмалин? Не знаю. А потом есть ну, еще... ты зря, алмаг очень хорошо. Да. Да. Так, цветочки. Не умещается там больше, да? Ну, эти вот сюда, вот поставь в сторону, чтобы я поливать сейчас полила. Раз. Сюда, давай поставлю. Утеплиться можно? Ставь. Вот сюда. А, потом я... а дверь-то я как закрою? А, ну, нет, ну закрой. Ставь вот туда, в забор. Во! Красота! Спасибо, молодец. Магазинный перец-то не, не покупала в пакетиках семена вот этот, да? А все у тебя вот эти из магазина? Нет, не все. Вот этот только, да? Вот, вот, вот этот вот весь, вот этот угу. Красненький, а вот этот цветной, это нет, это семена. Цветно, вот этот с семенами, да, вот этот? Вот этот нет, это семена, семена. Я сажала. Магазинные, в смысле это, так, семена покупала. Семена покупала. А этот ты купила перчик такой в магазине, взяла да, семена, семена, раскрошила и посадила, и да? И посадила, да. И все. Молодец. И все окей.
И выросла же, да? Ну. Мне просто, конечно, вот рассада остается. Можно бы, вот многие сажают там помидор, там ведра, вот это все. Ну, жалко землю. Земли очень. Да, расход, да, да. Давай, расход вообще, чумовой, да, расход, мать? Вообще ужас какой. Вроде казалось, когда привезли мешков до хрена. Да, ну 51 мешок. Ну, цветы, цветы, че-ты-ты-ты. И все. Ма, ну я тебе хочу сказать, что знаешь, что надо, мамик? Вот на, даже если у нас будут, все, когда цветы отвянут, не надо высыпать нет. землю, надо оставлять да. в горшках. И потом мы в следующий раз будем опять... в них сажать. Да. Там земля хорошая. Земля хорошая. Единственное, что я, ну папа сказал, что нужно не давать им под дождем мокнуть. Да? Горшки разопрет. У нас так было. Сухая была земля. Ну, хотя, а может, там? И нет. Ну, за, не знаю, мешков много, мешком зачерпнуть. Не знаю, что придумаем. Ну, лайфхак какой-нибудь. Надо какое. Сейчас отрастет. Ой, такой яркий, все, оранжевый, все вообще прикольный. Вообще прикольненький, давай. Вообще, во! Как солнышко. Прикольно. Ореха. А я люблю острый перец. Орех его очень съесть хотел. Да? И что, ничего? Я говорю, ты что, Ореша? Там, нет, там ты что там вообще? Вот я люблю, я хочу узнать, как еще маринуют эти перчики. Ой, ты знаешь как? Вообще есть? Никак. Его никак? Заливают просто уксусом. Да? И все. Во. Во. Можно яблочный да. уксус, да, во. Можно любой уксус. Я вот в этом году хочу просто уксусом. Вот так вам.